Всем привет! Мы в Кисловодске. И сейчас посмотрим, что здесь вообще есть. Ну и так прогуляемся по городу. Посмотрим, может, что-нибудь интересное есть. С вами идем на озеро. Вот. Сейчас вам покупаемся. По пути к этому озеру встретилась мне интересная табличка, на которой написано: «Прибрежная защищенная полоса. Законодательством Российской Федерации установлен специальный режим существования хозяйственной или иной деятельности». Вот. То есть, как бы, этот водоем охраняют. Так я понял, да? Ага. Ну, пойдемте на озеро. О как! Круто! А озера-то нету. Раньше вот до сюда была вода. Даже иногда больше поднималась. Все. Вот так вот раз. И пересохло. Озеро. А ведь было пипец какое большое. Здесь люди сидели, загорали, отдыхали, на водичку любовались. Вот там вот перепускной клапан плотины. Лишняя вода туда утекала. Но, судя по всему, по-моему, лишней воды нету. Реально 2 метра. Это вот будка спасателей. Ой, какие картинки тут. Да. Однако. Ну, как обычно. Телефоны тут всякие оставляют. Ну, в общем, отсюда был неплохой вид. И здесь вот наблюдали и смотрели, чтобы никто не тонет, ничего не происходит. А теперь все. Воды нету. Сюда вот даже судно какое-то причаливало. Покрышки висят, чтобы не побить катер. Ну что, поднимемся выше. Посмотрим, что там. Ну, и здесь тоже ничего не поменялось. Да. Вот такие вот
иллюминаторы были. И тут спасатели несли свою службу. Все просматривается хорошо. Балкончик даже был. Можно было выйти, покурить. О, столбы освещения стоят. Подсветка тут была. И вот такое вот огромное озеро. И ему пришла шляпа. Вот куда вода делась? Что-то поменялось в нашей природе. Потому что такими большими количествами нужно испаряться. Тут, наверное, прокат лодок был. А может быть, кафешка какая-нибудь. Странно. А здесь вода есть. Только что это за вода и куда она течет, никто не знает. Она бы, в принципе, неплохо набрала бы уровень. Получается, мы идем по этому коллектору. Вот он какой-то заасфальтированный. Ну, скорее всего, кафешка какая-то была. Потому что я смотрю, там наверху, типа, балкончика такого сделано, перила были. И там можно было, видимо, перекусить на свежем воздухе. Ёк-макарёк, все вообще заросло, все. Ну, электричество он сюда приходило. Только странно, почему вода в коллекторе течет, а не в озере. Причем как бы видно, что этот коллектор-то не новый. Он был вместе с этим озером. Только кто-то что-то закрыл где-то. И больше сюда водичка не приходит. А оставшаяся пересохла. О! Тут даже вот что есть. Но это, походу, современное здание, потому что, я смотрю, из пеноблоков сделано. А вот это-то из камней. А что это такое, я даже не знаю. Камень какой-то.
А может и туалет был, кстати. А что там такое светится? А? Неужели это солнечный луч так отражается? Где у нас тут фонарик? А фонарик у нас вот он. Ну да, это солнечный свет так отражается. Но почему нестабильно? Я даже удивлен. Вернемся назад. Потух, он больше не горит. Попробуем еще раз отснять. Нет, сейчас все уже не горит. А реально горел. О, загадка. Бывает же такое. В принципе, тут смотреть не на что. Нет тут ничего. И что, для чего эта постройка, тоже вам сказать не могу. Не знаю. А тут, походу, фонтан был. Кругленький. Чего ж тут так все заросло-то? А может и не фонтан? Не, фонтан. Фонтан. Просто он вот так вот жестко зарос. А может и не фонтан. Ну, в общем, штука странная какая-то. Тоже никто не знает толком. Если кто знает, пусть напишут, что это такое. Обалдеть. Вот за этим лесочком должно быть озеро. Местная достопримечательность. И вокруг этого озера всегда развитая инфраструктура, там кафешки всякие, пансионаты, базы отдыха.
еще осталось от озера? Его не стало. Оно все заросло. Вот оно как бывает. Ладно, пока на этом все. Всем счастливо.